Здравствуйте, дорогие зрители! Если вы хотите приобрести лимон, то сегодня мы будем говорить, как правильно за ним ухаживать. Комнатный лимон – это не только очень красивое дерево, но и очень полезное. Содержащиеся в лимоне эфирные масла, они убивают микробов, они улучшают нашу иммунную систему, они, в конце концов, положительно влияют на настроение. Лимон – это цитрусовый. В природе лимонных рощ сейчас встретить нельзя, диких – это культурные уже посадки. Лимон очень полезен, и, конечно, лимонное дерево можно вырастить из простой лимонной семечки, но если мы хотим, чтобы на нашем лимоне были красивые, вкусные, желтые плоды, то такой лимон надо покупать, конечно, такие сорта в магазине. Сейчас мы поговорим, как правильно ухаживать за лимоном. Лимонное дерево, оно любит влажность. То есть многие цветы нельзя переливать, заливать. То есть лучше пересушить, но чтобы цветок не погиб. Лимонное дерево мы увлажняем. Нельзя допускать пересыхание почвы, иначе листья будут скручиваться и опадать. Лимон любит опрыскивание, то есть влажность мы повышаем с помощью опрыскивания или прибора увлажняющего, или ставим, значит, тарелочки с водой, то есть мы увлажняем воздух, проветриваем почаще помещение. Лимон очень светолюбивое растение, любит прямые солнечные лучи. Но это если взрослый лимон, если у вас маленькое дерево, то, конечно, мы его защищаем от прямых солнечных лучей. Молодые побеги мы прищипываем, чтобы сформировать правильно крону. То есть 3-4 листика и побеги прищипываем, чтобы у нас образовалось красивое стройное дерево. Лимон каждый год лучше пересаживать, значит, в новый грунт, специализированный для лимона. Но при этом мы выбираем горшок на 5 сантиметров более предыдущего. Не берем сразу огромный горшок. Мы должны понимать, что корни не так быстро развиваются. Вот, поэтому постепенно увеличиваем емкость. Лимон растет очень хорошо. При правильном уходе, обильном поливе лимон на 10-15 сантиметров может вырасти. Это большое красивое дерево. Если есть вредители, то мы опрыскиваем от вредителей. Здесь у нас вот представлено средство универсальное. Вот от насекомых. Если заводится клещ, то мы обрабатываем. Подкармливаем мы лимон тоже удобрениями, вот, специализированными для лимона. Вот и вся информация, которую я хотела сказать. Покупайте лимон, очень полезное дерево, на нем очень вкусные плоды, будет радовать вас и ваших близких. А я прощаюсь с вами. Хорошего дня!